любимые мои, многие спрашивали в комментариях, как выглядит ваша комната с Ромой. Вот, показываю. Каждый день я навожу здесь чистоту, порядок. Я люблю, когда все на своих местах. От этого и настроение еще лучше. Вот наш балкончик. Это вообще любимая часть моей комнаты. Наша комната, точнее. Ой, как все мерцает. Вот такой вид красивый. Пальмочки. Сегодня хорошая погода. Сейчас идем с Аней Черно на пляж. На бассейн. Вон туда. Так. Так что вот, один из ответов на вопрос. Вы не обижайтесь. Я выставляла пост, что я скоро зайду в прямой эфир и отвечу на все ваши вопросы. Это обязательно произойдет. Я думаю, завтра. Поэтому вы можете писать еще свои вопросики. Я на все обязательно отвечу. И вот наша ванная комната. Так, друзья мои, посмотрите, что вытворяет сосед. Сосед. Короче, смертельный трюк, все сосед. Смотрят. Сосед. Все готовы? Ну. Туда. Раз, два, три. Ой, господи, это поплавок. Ёсь. Чумачечий, чумачечий. О. О. Тебе только в пончике лежать, ёсь, помаши. А. Вот так. Так и живем.